вообще здесь очень интересное место. Здесь целый комплекс озер, островов и очень много разных озер. Да? Да. Там кто-то плавает. Да. А это где? Но магазин здесь достаточно далеко. Здесь нужно 10 километров по гравийной дороге добираться сюда, в соседнее поселение. Но там даже есть кафе, как-то мы там еще даже обедали, да? Ты там помнишь кафе? Да. Мы еще выедем. И магазин там, да, есть. В магазин мы туда ездим. Ну, каждый день ездим. Также мы покупали вчера угрей. Это такие рыбки, похожие на змеек, да, Мира сказала, что на змей похожи. И я их готовила, но собака их с утра съела. Да. Она очень любит змеи, да? Видимо, да. Она сейчас с вечера присмотрела, приунюхала. Я оставила просто все на столе вчера вечером. И она унюхала и забрала, съела нашу рыбку. Ну ладно. Змею, да? Змею. Рыбка-змея, да. А батька вот очень любит рыбку-змею, да? А так мы шашлычок готовим. Знаете, в магазине покупаем. Аня, не попалась. Пирог! Пирог? Ой. Пирог в киндере попался? Нет. Пирог. А, вот. Да. Это овечка. Овечка-брелок. Да. Овечка-брелок. У меня киндере попался. Что еще? Одечка. Вообще мы здесь, изначально мы здесь с четверга, по-моему, да, после этой лодки, дома лодки, boat house, мы приехали сюда. Мы были там вот три дня, оватик. И здесь брелочек богиня, да, богиня. Ладила я. Вот, какие у тебя ногти, ой-ой-ой. Вот, и мы здесь продлили наше пребывание на еще на 3 дня. А, вообще, чтобы найти лодку, сегодня мы должны были искать, но, к счастью, ее уже нашли. И для того, чтобы, ну, просто побыть здесь очень хорошо, здесь очень нам понравилось. Сегодня мы пойдем в баню, я не знаю, Мира, захочешь в баню? Да. Там очень жарко. А Ярослав уже... пробовал купаться, помылся в купели, и из купели они прям бегали с того дома прям в озеро вечером как-то. Еще я попробовала наконец-то кататься на сапе, мне очень понравилось. Ну ты училась, да? Да, я училась. Ланчи нет, да? Да. А ты да?